Привет, друзья и гости нашего канала. Сегодня 3 марта 2022 год. Мы находимся во дворе домов по улице Ленина Аблайхана. Вот напротив двора этого дома находится детский садик «Петушок», бывший «Петушок». Вот вы видите площадку этого дома. Это дом, вот где находится арка. А вот это здание, вот сейчас его облагородили. Очень долго стоял, ну, можно сказать, может, бесхозный. Не то, что не бесхозный, а как раньше. Здесь когда-то была сберкасса, сейчас это уже как торговый центр. Вроде банк был, мы не помним, столько времени прошло. Ну вот дом, улица Ленина и улица Ломоносова. Вот здесь вот тоже арка. Вот детский садик. Мы идем в магазин, ну и решили заодно по пути поснимать. Сегодня у нас минус 9, но чувствуется морозец. Хотя вот эти дни было как-то и потеплее. Небо чистое, голубое. Чувствуется, конечно, весна. Где-то подтаивает на дорогах. Это сколько здесь квартир, да? Вот этот дом, как буква П. Многоквартирный пятиэтажный дом. Детский сад огорожен. Вот здесь вот была, помню, дорожка, как калитка. Мы ходили, я водила в этот садик дочь. Вот, вот здесь вот была группа, вот в этом здании. Очень большой детский сад. Ну, сейчас он, у него другое название. Это надо посмотреть с той стороны. Сейчас подойдем и посмотрим. Улица Интернациональная. Снежок какой. Сверкает на солнце. Ну, а здесь вот центральный вход. Детский садик Акбота.
Здесь же была баня, да? Петкович виднеется. Что за плакат? Да, посмотрим. А? А, это просто я думала, что за плакат. Это отсюда, что ли, отлетает? Нет? Не знаешь? Ну, пойдем дальше. Давай, может быть, здесь свернем. Так, пройдем. Вообще весь облез. Все больше и больше, да? Уже бы сняли бы. И вот утеплитель все пооблазило. Сейчас она не функционирует, эта котельная. Просто стоит. А раньше она отапливала Петкович, да? И дома, которые так. Скользко. Территория Петколледжа, общежитие Петколледжа.
И